Ровно не дали, потому что формат оказался не тот. То есть, цитирую министра. Выступали представители профсоюзов, но они вот еще что-то более-менее заявляли, то, что там система неработоспособна, что неподходящее время, прочее. Вот. А более конкретные вопросы вообще о правомерности этой системы, ну, никто не осмелился задать. То есть, что я считаю? То, что если в стране нет денег, эти деньги можно было взять как-то более законным и более прозрачным способом. Можно было поднять акцизы, там, я не знаю, можно... Ну, самое, конечно, самое разумное – это бороться с коррупцией, и можно было гораздо больше денег выиграть на этом. Вот. Акцизы их не устраивают, потому что, видите ли, легковые автомобили тоже платят, и легковики не могут платить так много. А мы, вот видите ли, можем платить сколько угодно. Вот, мы зарабатываем деньги, гребем лопатой, поэтому с нас надо еще дополнительно что-то поиметь. На самом деле все перевозчики эту стоимость закладывают в стоимость перевозки, поэтому платить будет весь народ, это всем понятно. Что еще хотел сказать? То, что система, конечно, не для нашей страны, то, что нам приводит европейский опыт. В Европе все совсем иначе обстоит, то есть там... чтобы окупить вложения в дороги, потому что преобладает на дорогах транзитный транспорт, который идет из других стран, вот, а вложения в дороги делают большие. Поэтому у них это оправдано, но это не российский вариант. У нас обложили этим налогом, получается, внутрироссийские перевозки, и это все скажется именно на конкурентоспособности российских товаров. Вот, это в то время, когда вроде как у нас все говорят об импортозамещении. Что еще? То, что система явно предполагает интерес третьих лиц, то есть платежи идут на расчетный счет ООшки. Ну, я думаю, в ближайшее время нам обеспечат тут прозрачность этих расходов, но когда страсти поутихнут, я думаю, что эти деньги благополучно перетекут туда, куда планировались. Ну, на дороге там какая-то часть пойдет, может быть, даже пару дорог построят, чтобы показать, вот смотрите, как стало хорошо. Вот, но так-то все будет так, как будет. Не хотелось бы касаться политики, конечно, но все к этому идет, что каждый человек должен делать выводы, что происходит у нас в стране, и должен думать своей головой, а не смотреть в зомбоящик. Все, спасибо.